ты, Коля, Коля Николай, сиди дома, не гуляй. Какой-то там был скучный Николай, а наш Николай, ла-ла-ли-ла-лай, Басков, который, помимо того, что золотой голос России, так еще и красавец-мужчина, который, кстати, всегда выбирает под стать себе шикарных дам, настоящих кукол. Прямое доказательство этому вы увидите в новом видеоклипе Николая Баскова и певицы Наталии, где они сыграли роль Кена и Барби. Смотрим! Сегодня в программе. Николай Басков сделал предложение Натали по телефону. Вдруг ни с того ни с сего я набираю номер Натали, и мы с ней начинаем разговаривать. Я говорю, а давай сделаем дуэт. Почему белокурая красавица сравнивает себя с Волочковой и Оксаной Федоровой? Это жизнь. Мы люди гармоничные, у нас есть все. С какими трудностями пришлось столкнуться Николаю и Натали при записи дуэта? Ну как, вы же... А я... Если бы меня еще пару лет назад спросили, кто такая Натали, я бы с удовольствием напела. Морская черепашка по имени Наташка с очками из Китая такая вот крутая. Морская черепашка по имени Наташка с очками из Китая такая вот крутая. Но времена меняются, и, о боже, какой мужчина, так и слетает с моих уст. И ноги рвутся в пляс под зажигательное «Я хочу от тебя сына». О боже, какой мужчина. И вот уже полтора года, и днем и ночью страна повышает рождаемость. И точка. И очки-то у нее уже не китайские, а итальянские. А количество ее корпоративов могут позавидовать королева нашего шоу-бизнеса. О, боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына. И я хочу от тебя дочку. И точка. А говорят, в России не та музыка, не те аранжировки. Конечно, это правда. Да. Завидуйте или радуйтесь, но факт остается фактом. Компания Apple предоставила рейтинг «Лучшие 2013 года», в котором отметила самый популярный контент в интернет-магазине iTunes. Среди песен композиция Натали «О боже, какой мужчина» заняла третье место. При этом вперед вырвались только зарубежные исполнители Адель и Naughty Boy. Ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял беду, нагонял беду. Но, видимо, ветер с моря в правильном направлении дул, и Коле Баскову замечательную идею навеял. Я как-то ехал в машине и слышу по радио: «О боже, какой мужчина, я хочу от тебя сына». И вдруг, ни с того ни с сего, я набираю номер Натали, и мы с ней начинаем разговаривать. Я говорю, какая потрясающая песня. Я вспоминаю то время, когда я слушал ее «Ветер с моря дул». И говорю, слушай, а давай сделаем дуэт. Она говорит, дуэт? А какой дуэт я могу сделать? Она говорит, с вами, Николай. Я говорю, в смысле? Ну, она говорит, ну как, вы же... А я... Мы не подходим друг другу. Мы разные люди. И оказалось, эта идея не бедой, как поется у Натали, а бомбой в хорошем смысле этого слова. Николай осенило, и решил он сделать предложение белокурой красотке. Но нет, не то, о котором вы подумали. Все, мы делаем Кена и Барби. И все. И Николай предложил этот замечательный, удивительный для всех клип. Невест, мечтающих заполучить фамилию Баскова, конечно же, не счесть. Но, к примеру, роман с Оксаной Федоровой или любовные интриги с Волочковой будоражили всю страну. Но с ними у Баскова ничего не вышло, и нашел себе золотой голос страны скромную Натали, которая сама признается, что похожа и на Волочкову, и на Федорову одновременно. А! Вот это вы, журналисты, настоящие. Обрадовавшись этой находке, Басков предложил записать дуэт, и без лишних раздумий Натали ответила «Да, да, да». И теперь счастливые обладатели имени Николай особенно рады. Коля, я здесь, камон, камон! Коля, я здесь, камон! Эй! Ведь и днем, и ночью из всех утюгов страны, как мантра звучит «Николай, Николай!» Просто спой для души, По сюжету клипа артистам придется перевоплотиться в кукольных персонажей. А выразительным Кеном станет Николай. У Николая 10 шикарных костюмов.
образ пластмассовой женщины примерит на себя Натали. Около 11 локаций, около 7 новых образов Натали. Вот это все хорошо. Вот. Чуть позаигрывайте с ним. Вы знаете, что он не уйдет никуда. Николай, 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 я не смогу разлюбить. Посмотрели на нее. Николай, Николай, Коля, просто спой для души. Лавай, 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 лавай. Раз, два, три. За работу над клипом взялся известный украинский клипмейкер Сергей Ткаченко. Вот так ноги плохо? Хорошо вот так вот. Хорошо вот, вот так. Вот. Да-да-да. Хорошо как-то... Вот так, наоборот. С ним также успешно сотрудничают артисты и нашего шоу-бизнеса. Максим, Анжелика Варум, Жасмин, Наталья Подольская, Ёлка, группа «Винтаж» и многие другие. Спасибо тебе за то, что ты, понимаешь, такой же чокнутый, больной псих, как и мы. Спасибо огромное. Раз, два, три. Взгляд в камеру. Свет тушим. Это были долгие, но безумно яркие, красивые, интересные съемки. Николай Басков стал Кеном, а Натали превоплотилась в прекрасную Барби. Что из этого всего получилось, вы увидите прямо сейчас в эфире телеканала РУ-ТВ. Смотрите.